Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием Rusty Lake Hotel. Нажмем на далее. И сейчас я нажму кнопку играть и буду надеяться, что у меня игра моя продолжится. Со второго дня, со второй ночи. Значит, мы находимся уже возле кота. И инвентарь наш пустой, поговорим с котом. Вам нельзя посещать комнаты днем. Значит, нам нужно сейчас вот здесь посмотреть. Какие-то там были печати с оленем. Так, назад. Это, видимо, потом, когда мы ключики-то заработаем. Помотаем в эту сторону. Тут у нас что? Кабан. Я так голоден. Так, а ты что скажешь, птичка? Вы готовы к моей фотосессии? Нам нужно побеседовать, наверное, с поваром. Ведь мы там блюда готовили, а у нас были всякие разные... О, ключик! Подожди. Один. Один. Это ключ? Похоже на ключ. Из комнаты один я получил ключ. А я не запомнил, какой именно тут, куда его тут именно пихать. Может, куда-то он лезет? Или сюда? Непонятно куда. Вот один. А какая там была? Я не запомнил. Вот я не запомнил. А мы, может... Ладно, пускай пока будет у меня в инвентаре. Мы сейчас пойдем на кухню. На кухню. Вот сюда. Китчен. Так, у нас есть мясо. У нас не хватает машрумсов. Опционально. Вы уверены, что хотите готовить? У нас это есть. Подожди, пока что нет. Может, мы где-то еще грибы сможем найти? Ну, давайте, да, нажмем. Что произойдет? Я испорчу что-то. Мясо с этой вот... Готовит лягушка. И что? Первый ужин. Так, все сидят, гости. Что они скажут мне? Вердикт каков? Кушают мясо, кушают, кушают гости. Венцом запивают. Хлопают. Почти идеально. А грибы где я мог достать? Наверное, где-то можно было найти грибы. Наверное, где-то можно было найти, но пока что ночь, гости идут по своим комнатам. Так, отель. Отель, отель, отель. Темнеет, нажмите для продолжения. Ну, отель сам выглядит, конечно, впечатляюще на острове на этом. Мы находимся в фойе. Если я, допустим, нажму сейчас на кухню, нажму на готовку, на завтра вам понадобится свежее мясо. Хм, фойе. А где мне теперь снова мясо взять? Интересно. Лифт. Пускаем. Пускаем. Свежее мясо. Я могу снова нажать, допустим, на первый этаж и на ту же первую комнату посмотреть, какая там была медаль. Могу ли я это сделать или нет? Моргает. А ну-ка, попробуй нажму. На один. Комната один. Вы не можете войти. Мистера оленя больше нет с нами. А я же его уничтожил. А где я должен был грибы найти? Я мог приготовить идеальное блюдо. Без понятия. Может, надо было с кем-то побеседовать? Ладно, берем следующую комнату. Комната номер два. Стучимся. Хотите в комнату мистера Кабана войти? Хочу. Комната номер два. Мистер Кабан. Так, вот он такой сидит, топор сверху. Есть какой-то... Давайте побеседуем с ним, с этим кабаном. Принесите сэндвич. Такой лежит себе босс. Сэндвич. Что это такое? Мы можем... Свечу достал, веревка появилась, вниз, вверх. У меня есть свеча, топор. Интересный топор. Не про... Болтики снять? Нет, кольцо нажать. Что с этим топором? Поднять в воздух его, потянуть? Нет. Я на него клацаю, ничего не происходит с топором. Должно быть на него... Может, свечу на него применить? Нет, что-то явно нужно будет на этот топор применить. Но просто клацание ничего не дает. Пойдем дальше. Ножки, стол, веревка. Вправо пойдем. Так, уже какие-то головоломки. Штора имеется, которую можно нажать. Это выход в коридор какой-то? Нет, это туалет. Похоже на толчок. Говно достал. Не про... Чучок кабана. Не про... Но... испражнение кабана. Говно достал с унитаза. И туда могу запомнить, либо это кинуть, попробовать говно выкинуть. Нельзя. Я нашел говно.
Кабана. Ладно, наверное, понадобится. Хлеб? Что-то. Испражнение кабана. Картофель? О, я туда... А, мы сэндвич готовим, походу. И чё? А давайте проверим полочки. О, спички. Здесь что? Пусто. Здесь, здесь. Опа, капуста. А где-то же... О, капуста добавил. Поджечь это все добро. Нам нужно где-то... О, сверху... Бутерброд по сэндвич. И как-то приготовился у меня. Еще кусочек хлеба. А может это неправильный сэндвич? Что еще туда можно добавить? Не знаю. Ножа нету, чтобы порезать еще хлеб. Я... А это что такое? Это головоломка? Спички. Что это все означает? Кружки. Они не тянутся, не нажимаются. Это должно быть какой-то шифр. Это какой-то код, где мне нужно будет его использовать, я думаю. Но запомним, что есть такое вот. Кружочки какие-то есть, цвета двух, оранжевый и синий. Надо это просто, наверное, запомнить. Идем дальше. Обезья... О! А вот наш шифр. Вот здесь нужно такую вот картинку нарисовать. Все, все стало на свои места. Обезьянки. Тоже какая-то головоломка. Почему одна сидит боком? Это тоже какой-то определенный шифр. Один раз нажимаешь, она просто как бы подпрыгивает. Второй раз она злится уже. И что-то должно быть... Нужно где-то будем узнать шифр обезьян. А, здесь... Это что такое? Ну, это понятно. Это как-то надо крутить, чтобы ту головоломку подгадать. А это что такое? Туалетная бумага и дверь. Вы не можете уйти, пока не найдете мясо. Понял. Сэндвич мы приготовили. Плюс шифр вот здесь можно разгадать. Ух ты, цветок. Сейф. Ключ. Ключа, конечно же, у нас нету. Локет. Посмотрим на записку. Дорогой друг, я узнал от нашего общего друга о твоих переживаниях и тревогах. Я хочу пригласить тебя на озеро Расти, нашему здравнице, что-что, нашу здравницу и отличное место для рыбалки. Здесь ты можешь отдохнуть. С уважением, мистер Сова. Расти Лейк и нарисованная картинка, серый кружочек. Серый кружочек, плюс нарисованы какие-то елочки. Елочки нарисованы какие-то, такие деревья нарисованы. И серый круг. Запомним этот круг. Наверное, мы должны будем потом ключ такой повесить. Окно. С окном ничего, с цветком розой. Лепесток розы. Куда он улетел? Я его обрываю. Я обрываю розу. Какие-то нашел... Опиум! Это же наркотик. Опиум, по-моему, наркотик делали. Так, мы получили... Это маг, походу, рос. А, ключа у нас пока что нет. Двигаемся дальше. О, этот хотел сэндвич. Дадим ему сэндвич. Так, мистер Кабан... Наконец-то! Такой сидит с сэндвичем, такой деловой. Так, давай, кушай. Ном-н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 ом
Наверное. Так, мы можем что-то сделать с этим. Попробуем капусты применить. Нет. Попробуем бумаги. Нет. Пробуем опиум намазюкать. Нет. Значит, у нас теперь, я не вижу... А он в туалете сидит. О, он просрался от того бутерброда. Срет. Мы его прогнали с диванчика. На диванчике ничего не можем сделать. А теперь мне нужно запомнить этот рисунок. В принципе, понятный, что сверху должно быть синее, а все остальное должно быть красное. То есть вот такой рисунок сверху должен быть синий, все остальное красное. Давайте думать, как это дело совершить. Вот у нас есть тут два кружочка. Здесь есть один кружочек. Вот тут. Надо эти кружки все вытянуть наверх, создать. Вот у меня есть вот такая вот моделька. Надо все круги, все кружки поставить вот так, наверное. Так, крутим. А этот как мы тут доставить должны? Еще раз крутим.
крутим, подставляем. По-моему, это простая головоломка. Я вообще сейчас проблемы в этой головоломке не наблюдаю для себя. Вот все. Это элементарно. Это очень просто было. И мы получаем какой-то гарпун. Трубка для опиума. Угу. Ну, это надо как-то туда зарядить. А как это туда зарядить? Где мы должны трубку поставить теперь? Куда мы должны ее... С обезьянами я не могу понять. Где мы должны раздуплиться с обезьянами? Как мы должны понять, как работают синий, красный, зеленый? Синий, красный, зеленый. Где-то... А это что, подожди, тут вторая еще какая-то есть тумбочка. Тут открылась, а здесь нет. Хм. Ладно, пока что оставим. Давайте посмотрим, где мы можем найти подсказку по цветам. Я узнал от нашего общего друга о твоих переживаниях и тревогах. Я хочу пригласить тебя на озеро Расти, нашу здравницу. Отличное место для рыбалки. Здесь ты сможешь отдохнуть. Мистер Сова. Ничего, подсказок здесь никаких нету. Может быть, мы должны отдать трубку свинье, которая в туалете сидит? Нет. Трубка для опиума. Может быть, что-то здесь? Нет, бумага. Куда-то нужно какой-то найти стол, когда мы поставим... Не, ну это вряд... О, хлеб появился новый. По-моему, было меньше. Что мы туда можем еще намешать? Нужно какой-то бутерброд еще один сделать, что ли? Тут пусто. Слушайте, я пока тут даже не могу себе представить, что мы можем еще сотворить. Он тут пукает. Мы что-то должны поджечь. Как-то. Лампа еще у меня есть. Может, я какую-то комнату пропустил? Что-то нужно с обезьянами сделать. Так, у нее красные глаза. Тоже красные. Тоже красные. Почему одна так косо сидит обезьяна? Нажимаешь один раз, пуговицы у них всех по две штуки. На лице у них все одинаково. Только штаны разных цветов. Один раз разомахивается, потом бьет. Бьет, замахивается, 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 замахивается. Без конца и края замахивается. Постоянно замахивается. Постоянно замахивается. Бьет, бьет, бьет. И чё? Все начали бить, все злятся. Замахивается, замахивается, замахивается. Бьет, бьет, бьет. И что? Замахивается, замахивается, бьет. Никакого... А, подождите-ка, не... может быть... Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Постоянно замахивается. Постоянно замахивается. Постоянно замахивается. Два раза бьет. Два раза бьет, два раза бьет. Замахивается. Подождите-ка. Бьет. 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 Один раз. О! Это какая-то циферная какая-то... Это какая-то циферная головоломка. Значит, сначала... один, два, три. Я так понял. Один, два, три. Потом что? Два? Потом два. Потом один. Один. Потом, соответственно, три. Три. Дальше. Один, два, три. Два, один, три. А потом, допустим, вот этот. Потом три. Один, допустим. Один. Три. И что это мне все дает? Сколько я так должен раз угадать? Их не... 3, 1, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 3. 3, 1, 3. И сколько мне так надо угадать всего? Замахивается. Значит, я проиграл. Значит, первое. 1, 2, 3. 2, 1, 3. 3, 1, 3. 1, допустим. А, 1 нельзя. 1 нельзя.
Значит, еще раз. Один, два, три, два, один, три, три, один, три. Не понял. Три, один, три. Я опять что-то... Один, два, три, два, один, три, три, один. А, значит, там в конце, значит, двойка, наверное, была. Тут ошибка у меня. Один, два, три, два, один, три, три, один, два. Значит, тут два. Может быть, здесь тогда три? О! Тут три было. И что, они все заиграли у меня? И что это мне дало? Опа, ключ. Все, разгадал. Значит, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3. Я получил ключ. Ключом я могу какой-то где-то был сейф, я помню. Какой-то было... Вот тут что там... Ух ты, еще открылось. Вот это. Так, что внутри? Слишком темно. Too dark. Смесь, свечка. Новый шифр, который нам говорит, что нам нужно весь ряд правый сделать синим. Запомнили. В принципе, комбинация несложная для запоминания, а вот для реализации уже другой вопрос. Я же говорил, что здесь есть боковушка, еще одна, которую нам предстоит с вами разгадать, да? Например, давайте пробовать понемножку собирать всю сторону. Значит, нам нужно сделать так, чтобы на каждом кругу находилось рядышком две штуки. Это надо все реализовать. Значит, крутим вот это, добавляем. О, есть две. Мы сейчас это дело вот тут реализовываем, тут две штуки, поворачиваем. Все, здесь две штуки есть. Это тоже простая головоломка. Раз, два, и тут две. Это вообще... Топор. Получаю не топор или молоток, что-то такое. Молоток, как он называется? Молоток. Окей. Куда мы можем его применить? Что мы можем им разбить? Можно пробовать на стекло. Цветок. Мы туда стали уже опиум. Что мы можем молотком разбить? Что у меня было такое, что я не понимал? Вот можно с этим молоток можно взаимодействовать? О! Бам! У меня появилась секира. Она упала вниз. Берем ее. И что, я не могу ее поднять почему-то? Она подпрыгивает. Что мне с ней сделать? Трубку. Бумага. Почему она подпрыгивает? Молотком ее коцать. Бум, бум, бум. Что мне с ней делать теперь? А, может, веревка? Как ее туда? Может, натянуть? Нет. Она просто подпрыгивает. А у меня как будто бы не хватает сил, чтобы ею воспользоваться. Я так понимаю. А что? Как... Что она подпрыгивает, то ничего не происходит. Бумага. Опиум. Молоток. Вот с молотком я не могу... Вот это что за дырочки? Пока тут с этим непонятно. Полотном. Бумага. Не, тут не вряд ли. Вроде с этим я уже повзаимодействовал. Мне нужно что-то сделать с этой секирой. Ну что? Кабан до сих пор тут сракает. Бумаги ему дать. О, он сейчас покакает. Вытрется, вернее. Просрется, бумагой потерется. И чё? Он теперь там будет вечно? Капусту дать ему? Табака? Не, вроде бы все. Ну, и чё теперь? Он... О, еще бумаги появился. А, ещё, может, ему еще бумаги надо? О, он пропал. А я еще бумаги нашел кусочек. Так, идем к кабану. Вот он вернулся. Принесите мне сэндвич. Еще один. Интересно. Так, это я добавил. Бумаги. Не добавляется больше ничего. Молотком. Не, что-то нужно еще придумать. Что-то нужно еще придумать. Ну... Может быть, что-то... Ага. Ага, я добрал... Я опять... Я должен снова бутерброд сделать, но у меня... Подождите-ка, топор лежит на полу. И чего? Так. Опусти вниз. Мне подсказывает...
Вытягивает веревку и привяжи топор. В смысле, как? Это нереально. Я кручу раз, я кручу два, и оно потом самый верх поднимается. Вообще кто-то улетучилось. Раз, два, три. Я хочу сэндвич. У меня появились кокулинки. Я могу его заставить снова прокакаться. Так. Пока не понял я, что делать. Но я, кажется, с помощью кокулинок могу ему сделать снова гадостный бутерброд. Да. Сэндвич я получил. А что мне даст это? А может он нас наступит на топор? Мне подсказали, что нужно его накормить сэндвичем, он идет снова в туалет. Он сейчас снова прокакается. Я теперь смогу веревку сильно опустить вниз? А, точно, видите, мне кабан не мешает. Теперь я могу это подцепить. Так, и что если нажимать буду на это дело? Теперь нужно на голову ему, ему теперь дать потереться и на голову ему сбросить, да? Топор. И получим мясо. Так, бумажку держи. Он у меня бедный тут сейчас. Все, а больше бумаги ему не надо. Он сейчас должен вернуться. Сейчас мы ему туда сбросим на голову, по идее, топор. Сейчас мы цорк его по голове. Оно больше не нажимается. А чем мы можем это подрезать? Молотком? Не работает больше эта нажималка. Курилку дать ему? О, трубку! Табака забил. Так, поджечь спичками. Курила, ну ты курила, блин, даешь. Так. И что теперь? Он весь в дыму здесь, смотри. И что мне теперь нажать? Она не нажимается, он курит. Он тут весь в дыму. Ой, еще больше дыма стало. Он тут сейчас все закурит. А топор каким образом на голову свалится? Ой, я ничего не вижу. Ежик в тумане. Ой, не понял. Не понял. Не понял. Что за лес? Ёжик в тумане. У ворона. Привет. Еще одна ворона. Свечу надо где-то повесить. Это вернее факел. Вороны. И что это такое? Тоже какая-то головоломка, да, с воронами? Ветки. О, он тут-то ходил! Он тут-то был. Вот идет. Привет. Нож. Давай. О, ворон мне нож дал. Мистер Ворона, вы знаете, что делать. Это мой тайный агент. Вы знаете, что делать. Ну, я догадываюсь, что мне нужно сделать. Бумагу заберу. Мне нужно подрезать веревочку. Походу. Бум. О, я ему башку раскроил. Red wine опционально. Томатос. Опционально red wine. Но у меня нету красного вина. Рецепт. Но мясо я ребрышки нашел. Новый рассвет. Я его замочил. Ура! Свинью замочил. Так, нажмем для продолжения. Фойе. Так, теперь по поводу ключей давайте. Тут появилась новая бирка. Номер 2. И тут у нас был номер 2. Вот эта елочка. Я запомнил в этот раз. Вот здесь. А номер 1, по-моему, там было вот это. Если мне память не изменяет. Ну, пускай пока висит.
Хотя я могу и ошибаться. Надо будет видео пересмотреть и это потом повесить туда, куда нужно. Что-то мы тут здесь откроем. Интересное, интересное. Так, что нам нужно теперь готовить блюдо? Red wine. Мне нужно принять ванну и вечером. Где-то красное вино. А ты, может, отдашь нам красное вино? Вы готовы к моей фотосессии? Кто-то, помню, какой-то персонаж. Kitchen. Тут уже готовка пойдет у нас. Фойе. Какой-то... О, этот ворон. Нам нужно приготовить сегодняшний ужин. Алло. 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 Так. О, лампу могу включить. Пускай горит. Так. А где мне можно найти Red Wine? Кролик. Вы верите в магию? Заходите ко мне сегодня вечером. С этой голубкой я пытался уже ее у него вино стыбрить. А тут раньше... А, я же кабана завалил! Его уже нету. Я же кабана завалил. Да, а ты? А ты? А ты? А ты? А ты? У меня нету всех... Может, когда ты типа по первому кругу пройдешь, у тебя потом появится больше различных возможностей по приготовлению. Пока что ты можешь готовить только то, что... Ну, нет у меня томатов и этих самого, и Red Wine. Будем готовить просто ребрышки. Наверное, потом по второму кругу можно будет получить больше каких-то приколов. Или просто надо где-то наклацывать и находить. О, видите, Red Wine. Нажимаем, нажимаем. Ребрышки. Они своего... Дружбана захавали. О! Захавали своего хрюнделя. Ребрышки. Все рады, все сыты. Одну звездочку заработал. Ну да, одну всего. Наступает ночь, гости идут спать. Нажми для продолжения. Фойе. Так. Что у нас будет по готовке? Свежее мясо снова-таки нам понадобится. Хорошо. О, пуфик пустой. Гости все в своих комнатах. No dinner, no dinner. Вот можно, возможно, сейчас, в этот момент, пока я еще не отправился, у меня есть возможность... У меня есть возможность что-то где-то найти, дополнительные какие-то блюда. Пока все потемнело. Имеется в виду не блюда, а какие-то дополнительные фрукты, овощи, вино там... Нет, сейчас вообще тут ничего не кликабельно. Ничего не могу сделать. Видимо, могу только... А почему так все потемнело? Я лифт даже не могу вызвать. Почему так темно? Ух ты! А что он там улетучился? Это летучая мышь, реально. Я раньше думал, что это... Что это кот. Он теперь тут сидит сверху. Я его гоняю по различным комнатам. А что он до сих пор не здесь? Мне нужно, чтобы он сопроводил меня в этот лифт. Он что-то пока не горит желание. О, вот он теперь тут. Я его гоняю по всем комнатам. Так должно быть. Kitchen. О, давай на свое место становись уже. Его... Лифт не работает. Может, я что-то не так делаю? Оно стало немножко светлее. О, еще светлее стало. Так, что-то фойе. Может, он на кухне? Нету здесь никого. Фойе. Можно... О, уже на месте. Привет, дружище. Что это? Что это? Голубь в ежевичном соусе с картошкой. Я нашел опционально потейто с картофель. Но может быть мясо. И где-то опционально какие-то еще какие-то штучки белые надо найти. Видите, оказывается, где-то можно их находить. У этого кота, у этого котяры вскрывались. Нужны мне ингредиенты. Ладно, запускаем лифт. Запускаем. И заходим. На второй этаж, на первый. Минус первый. Нулевой это мой, правильно я понимаю? Я проверю еще раз, то я путаюсь. Первый, значит, идем. Так. Котяра. Моргает на меня. Так, что? Тут я, по-моему, уже был. Первая комната, номер один. Нет больше с нами мистера оленя. Также с нами нету больше мистера кабана.
назад, осталась третья комната, только одна, комната номер 3. Это комната мисс Павлин, но в нее я буду заходить в следующей серии, потому что видеоролик уже длится 29 минут. В следующей серии увидимся. Хочется мне заметить, что, что этот вот персонаж был легче. Кабан был легче, чем первый. Там была головоломка с этими бутылками с водой, для меня сложнее. Все, увидимся в следующем видеоролике. С вами был Нила Боб. Всем пока-пока.